Все, я не могу так больше жить. То мясом умойся, то камни ешь. Мне кажется, что борода мной манипулирует. Мне придется ее срубить! Нет, Стас, не руби меня, я исправлюсь! Ты постоянно так говоришь, но все, что тебе нужно от меня, это мужицкие штучки! Давай начнем все сначала! Вспомни, как я кормила тебя кетчупом из вчерашних макаронов! Нет, борода, я на это больше не поведусь! Все вы бороды одинаковые. Стас, ну давай хотя бы останемся друзьями. Я больше не буду такой плешивой. Пришло время закончить это, борода, и начать все с чистого лица. Знай, я еще вернусь. А рандомного коммента сегодня не будет. С сегодняшнего дня мы начнем собирать рандомное пожелание к Новому году, потому что до него остался всего месяц. Короче, вот пожелания с пробелами, которые мы заполним вместе с вами. Из комментариев к этому выпуску, к следующему разу, мы выберем один случайный, в котором будет написано, кто или что придет к тебе в новогоднюю ночь. Ну там, барсук, ядерная зима, осознание собственной никчемности, твой бывший парень Коля. Ну, что уж будет написано в случайно выбранном комментарии. Все, жду, пишите комментарии, будем собирать самое большое краудфандинговое поздравление в этом году. И первое видео нам прислал 4-4, и оно про море, Сочи, ноябрь и... Море, Сочи, ноябрь, он на себя, это типа Ice Bucket Challenge. Так, отойди. Все, прыгай. Ice Bucket Challenge? Вот что бывает, когда кто-то вспоминает богом забытые челленджи. Я бог тупых челленджей! Это я прихожу к людям ночью и засовываю им в голову идеи самых дерьмовых челленджей! Вот, например, недавно я засунул кое-кому в голову контрацептиву. Нет, два парня в ванной с презервативом, это совершенно не фагейски выглядят. Ну вот, чё-то Ice Bucket Challenge реально уже не актуальный. Все, прыгай! Больше не получается поехать в Турцию? Добро пожаловать на курорты Черного моря! В ноябре. И никто не отменял старую черноморскую традицию перед отплытием корабля разбить ребенка о борт. Но не переживайте, мальчику на самом деле не больно. Слышали, с каким звуком он стукнулся о причал? Очевидно, у мальчика чугунная голова. О-о-о, еще одна рекламка. Ваш ребенок вам надоел? Выход есть! Море, Сочи, ноябрь. Ну да, только иногда Нептун может отказаться принимать жертву. Ну типа он такой: нет, даже не думай прыгать в море, пухлячок. Японцам опять прибрежные города эвакуировать из-за цунами. Оставайся на суше, Багор мне в жопу. И это хорошо. Второе видео нам прислал Абеев. И оно так, для разнообразия, не про боль. Но все равно не огорчайтесь, не разочаровывайтесь. Оно про потенциальную боль. Это как бы Казахстан, но, блин, там даже в машине по радио по-русски говорят, ну так что формально. Российские видео с авторегистратора, что не убьет тебя, сделает сильней. Видимо, Плющенко уже выехал на Олимпиаду 2018 года в Корею своим ходом. Ну, конечно, под эту музыку за ним должен был сзади еще один мужик на коньках пристроиться, но это уж, простите, как два молодых парня в ванной с презервативами. Скользи, Форест! Скользи! Но, с другой стороны, я посмотрел новости из Костанай за тот день, и там автобусы вообще до 11 утра не ходили, так что вместо общественного транспорта, чтобы не опоздать на работу, в принципе, неплохой вариант. Только ему вот так вот внезапненько, вот ни с того ни сего, вот попадается кусочек чистого асфальта, и он такой: ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, какой вкусный асфальт. Мое лицо стало гладким и шелковистым. Как у меня, детка. И это хорошо. Сергей прислал видео, которое показывает, что люди не используют свой потенциал даже на 5%. Ah!
Так мой сосед ночами по выходным пытается снести мне стену. Ой, ну надо будет хотя бы одеться в следующий раз. А тут-то видно, просто польские друзья Болик и Лёлик зарабатывают себе злотые на тёлик. А курва! Опять ж никого дома нет! Пойдём к следующему соседу за кнедликами. Ох, курвическая сила! Это получается у поляков вместо фусро, да? Срабатывает «А, курва!» Когда в твоем доме полуторавековые стены? Сударь, какая грубость! Мне дурно! Вызываю вас на дуэль! Я чувствую колебания силы, видимо. Рыцарь-джедай Оби-Пан Кеноби снова сносит стены силой. Кстати, о Звездных войнах. Сегодня вышел последний, финальный эпизод нашего мега-сериала по Звездным войнам. Посмотреть его хочешь ты? Посмотреть его? Блин, не работает. Пожалуйста, ну посмотри, ну чуть жалко, что ли. Вот. Здесь можно посмотреть. Ну или по ссылке в описании. И это хорошо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если понравился этот выпуск, покажите его своим друзьям. Вам не сложно, а мне приятно. Свои «Это хорошо» и видео на обзор присылайте вот сюда. И до пятницы! Сиськи, сиськи в конце. А то стою такой, знаешь, напротив стены как бы. Кстати, мы сделали для вас чат.